Поздно вечером дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в парке Абая. Сюда на одну из аллей вылетел автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого, двигаясь по улице Модели Хожа, не справился с управлением. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал. Сейчас сотрудники административной полиции выясняют подробности этого ДТП. Еще одна авария произошла в час ночи на углу улиц Халдаякова и проспекта Республики. Здесь столкнулись автомашины ВАЗ-2115 и Lexus. В этом ДТП также никто не пострадал. Lexus, получивший серьезный ущерб, полицейские вывезли на стоянку при помощи эвакуатора. Я выезжал на перекресток на зеленый сигнал светофора. В это время с той стороны, обгоняя автомашины, вылетел Lexus. И произошло столкновение. Хорошо, что никто не пострадал. Ночью на пульт дежурного дорожно-патрульной полиции поступил тревожный сигнал от охранников одного из коммерческих магазинов. Он сообщил, что подвергся нападению со стороны агрессивного автовладельца. По его словам, конфликт начался после того, как водитель «Мерседеса», поставив автомашину возле ворот, блокировал выезд из здания. Перед воротами стоял Мерседес. Когда все сотрудники вышли, я закрыл шлагбаум. Все разъехались. А часа через 3-4 пришел хозяин Мерседеса. Дав задний ход, он сломал шлагбаум. Когда я увидел это, вышел, стал его останавливать. Но водитель пытался уехать. Тогда я встал перед машиной. Он меня зацепил зеркалом. Потом я вызвал мобильную группу. Пока группа приехала, он уже скрылся. Но номер его автомашины я запомнил. Вот, Бразилия, 5 метров, 2 метра.